Убитый работал на человека по имени Ле Шифр. Он банк для террористов всего мира. Ле Шифр играл на понижение, надеясь озолотиться, когда прототипа не станет. А на деле он потерял более 100 миллионов из денег своих клиентов, включая деньги угандийского мятежника Абану. Ле Шифр вышел на рынок с деньгами Абану? Тот точно не обрадуется. Еще одна причина срочно брать Ле Шифра. Ле Шифр нужен живым. Более чем. Чтобы вернуть деньги, он устроил большой покер в казино «Рояль» в Черногории. Я включаю вас в игру. Если Ле Шифр проиграет, мы дадим защиту в обмен на информацию. Вы замените игрока по имени Близ. Вы едете в Черногорию одним поездом. Объясните ему сами. Thank you.
его! Мы отцепимся и оставим его здесь! Готовьтесь к обходу! Уже почти готовы!